Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Молодой человек погиб полгода назад. Приснулся первый раз, во сне был живой, ушел к другой девушке, я была против. Во сне с ним не разговаривали. Переживаю, вдруг это что-то значит. Ну, естественно, что это значит, вот, вопрос только в том, какое значение вы сами этому придаете. Это первое. То есть для вас это значение, само по себе, какое имеет это раз, то есть о чем вы подумали, это раз. И второе, это то, что, естественно, смерть близкого человека – это травма. Вот. Вам нужно ее прожить. Вот, вам нужно молодого человека отпустить, а вполне вероятно, что вы этого кратко не сделали. Не отпустили, не прожили, ничего такого. Вот, и, соответственно, вас это не может не может не напрягать, не может на вас это не влиять, к большому сожалению. Вот, потому что это действительно травма, это действительно, ну, довольно серьезная такая история. Вот. И, на мой взгляд, не нужно ее недооценивать. Вот. Это первое. Пожалуй, что я хочу сказать. А второе, что я хочу сказать. Второй момент. Заключается в том, что мне показалось, что вы либо себя, значит, как-то обвиняете в том, что произошло с молодым человеком. То есть вы чувствуете вину, и это чувство вины вам переносится, например, на вот эту ситуацию, на ситуацию с молодым человеком. Это первое. Второе, это то, что вы, возможно, подозреваете его в, ну, в чем-то. Вот. То есть, вот. Ну, вполне возможно, да, что вы подозреваете молодого человека в, там, допустим, неверности, да, к примеру. Вот. То есть, конечно, это, на мой взгляд, проецирование на ситуацию, такого вот элемента неуверенности в себе, вот, само собой, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, это вот так работает, в данном случае, вот. И, соответственно, если вас это, опять же, тревожит, если вас это, опять же, беспокоит, да, если вас это волнует, вот, то, само собой, это нужно, с этим нужно работать, вот. Ну, дело в том, что если вот молодой человек ушел, да, молодого человека больше нет, вот, вы не можете, там, грубо говоря, с ним что-то обсудить, да, вы не можете, там, грубо говоря,
что-то у него спросить, у вас, ну, скорее всего, остались вопросы, вот, у вас, скорее всего, осталось то, что я бы, ну, то, что я бы назвал, вот, какой-то такой, может быть, недоговоренностью, вот. И, соответственно, вот, ну, как, какие-то вот переживания, вот, что, опять же, нормально. Не нужно это, не нужно это как-то вот себе зажимать, если это есть, конечно. Вот. Если вы по какой-то причине, тому, что произошло, придаете такое вот большое значение, вот. Я имею в виду сновидение, если вы сновидение большое значение придаете, вот, то этого тоже должны быть основания. То есть почему? Откуда у вас вот эта вот такая готовность, да? Вот. А столь большое значение продаваться, значит, ну, сновидений. А может ли это быть просто так? На мой взгляд, нет. Может это быть просто так? Нет, не может. А есть какие-то у вас предпосылки к этому? Вот. А что это за предпосылки? Да? Что это за предпосылки? Нужно смотреть. Какого рода это предпосылки? Нужно смотреть. Вот. А ну, то, что это то, что предпосылки есть, это факт. Вот, факт очевидный, на мой взгляд. Вот, то есть тут может быть и какое-то мистическое, да, такое вот, ну, сакральное мышление, сакрализация, может быть. А может быть, сакрализация мышления. Вот. Может быть, что-то другое. Например, перенос, там, допустим, каких-то ваших проблем, да, ну, незавершенных проблем. Из отношений в вот как раз в данное вот, ну, состояние. Вот. В данное ваше состояние, которое накладывается на травму потери, конечно, вот. Что, на мой взгляд, не может не происходить. Вот. Особенно если вы не занимались этой травмой, особенно если вы не обращали на это свое внимание, особенно если вы не уделяли этому время, вот. Если вы там, ну, допустим, да, если вы надеялись, например, на то, что это произойдет как-то вот само по себе, например. Вот. А оно само по себе как-то вот не прошло, к сожалению. Вот.
Такая вот история. Такой вот момент, на мой взгляд. И на это, соответственно, как мне кажется, можно и нужно обратить ваше внимание. Вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. А я бы еще хотел, чтобы вы для себя по возможностям более четко сформулировали, что конкретно это может значить. Вот. Ну, для вас, если вы вот видите это так, как видите. Ну, наверное, у вас есть какие-то идеи относительно того, как это, что это может значить. Вот такая вот, такой момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание. На этом, пожалуй, все, что я хотел сейчас вам сказать. Буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!